Так, ребят, всем привет! С вами канал 24. Я надеюсь, что слышно хорошо. Не обращайте внимания, то, что у меня шкаф там открыт, это нормально, потому что я пришел, оделся, так сказать, более-менее, потому что мне... Короче, ребят, немножко тоже заболел, можно так сказать, потому что у меня горло першит, и я даже температуру с утра померил, но ее нету. Я сейчас буду после... Пойду сейчас... Как обзор сниму, конечно, пойду померю, попробую, есть ли она или нету, потому что это вообще пипец какой-то. Сегодня у нас карта Петрова. Давайте посмотрим, как ее создавать и так далее. Стрим сегодня будет 100%, 8 часов вечера, 20:00. Всех обязательно, всех жду. Покатаемся с вами на КамАЗе том же. Я хочу покататься и все-таки как попробовать как-то доехать до Мурманска все-таки, да, как-то надо как-то. Вот, поэтому покатаемся. Ну и сегодня, конечно, еще обзорчик данного девайса, который я купил просто для обзоров, что ли, можно так сказать. Потому что тот хайпер, который вы показывал, да, то уже усё, нету его. Ушел. Давайте смотреть. Так, называйте как хотите себя, да, то есть, пожалуйста, на цвет и вкус. Я назову себе, давайте, просто карта Петрова. Соответственно, не забывайте поставить модификацию, вот она, под 1.46, она уже, по-моему, вчера вышла, или в пятницу вышла, я уже, вчера она, по-моему, вышла. Я даже как-то забыл про нее сегодня с утра сделать обзор. По само это, выбирайте все, что хотите. Называйте, пожалуйста, как хотите. Убирайте использовать облако Steam и не забывайте модуль карты ставить Петрова. Потому что так тогда у нас у вас карта не получится и не зайдете. Загружаем, выбирайте все, как хотите себе. И, пожалуйста, вот видите, карта Петрова без всяких проблем. Она, в принципе, небольшая, но в целом, почему бы не покататься на вот этой красавице. Даже можно и сегодня, в принципе, покататься. Хотя, блин, Мурманск же обещал, да? Ну, посмотрим. До 8 часов еще очень много, поэтому посмотрим. Потому что надо и записать вам обзор девайса, да, ну и, конечно, моды. Моды, которые куда, ну как, куда же они без этого никак. Посмотрим. Сама карта Петрова выглядит, вот, пожалуйста. Она небольшая, покататься можно, почему нет. По-моему, эта карта Петрова вымышленная карта. Ничего такого вроде не существует, а может и существует, я что-то уже не помню. Гаражи, пожалуйста, все сюда можно даже заехать. Сюда, да? Да-да-да, можно сюда все заехать, пожалуйста, все работает. Без всяких проблем. Слушайте, мне что-то хочется карту Петрова покатать. Почему-то. Надо покатать карту Петрова. Вот, пожалуйста, без всяких проблем. И сюда можем заехать. В пути у нас вон самолеты летают. И сюда можно. Вот, пожалуйста, без всяких. Даже на остановках стоит. DP. О, проверяет что-то. Ля, ты погляди-ка. А что там проверяете? Тут ничего нету. Ладно, нормально. Вот. Работает, пожалуйста, без всяких проблем. Как бы, почему бы и нет. Советую 100% покатать ее. И мы сегодня, наверное, покатаем ее. Мне как-то хочется ее тоже покатать. Поэтому, возможно, даже... тут тупик уже. Возможно, даже сегодня мы ее и покатаем. Короче, устанавливается, я думаю, что понятно. Я показал, как устанавливается. Она без всяких проблем устанавливается. Ничего тут такого сложного нету. И, в принципе, нормально. Я надеюсь, что со звуком нормально будет, потому что... Потому что писали, что сегодняшний обзор, который вышел про мышку, звук такой. Ну, я пересмотрел, нормальный там звук. Вы просто, не знаю, может быть, он у меня так боком стоял, но звук я слышал, на самом деле. Я очень сильно слышал звук. Потому что у меня он стоит, чтобы не очень громко было. Все-таки какой-то звук более такой спокойно был. Короче, скачивайте и катайтесь на здоровье. Она бесплатная, без всяких проблем. Ссылку оставлять не буду, потому что, в принципе, знаете, да? I'm problems у меня в плане с... с модами, да, то есть, грубо говоря, что кидают авторские права, якобы ссылки и так далее. Ну, можно тут понять, конечно. Поэтому пока без ссылок на скачивание. Просто находится она в бесплатном поиске, так сказать. Все без всяких проблем. Короче, вот, пожалуйста, все работает, все без всяких проблем. Ничего такого сверхъестественного нету, как... делать и что куда вставлять и так далее, все, но, пожалуйста, без всяких проблем.
проблемы работы. Сегодня постараемся, кстати, ее покатать. Я думаю, что сегодня надо ее по-любому покатать. Как бы у нас это, конечно, хорошо по поводу Мурманска. Но покатаем. Обязательно Мурманск, до Мурманска доедем. И, конечно, покатаем карту Петрова. Как же собака удобна, когда у тебя нет этих проводов и, соответственно, без всяких проблем. Поэтому однозначно советую, ребят. Она без скидки, я скажу так. Без скидки она 2500 она стоит, ребят. 2500. Я со скидкой купил ее за 1800. Да, тоже недешево, но хотя бы так. Всех люблю, целую. Увидимся на видосах экстримах. Сегодня всех жду. Люблю, целую. Всех жду. Пока-пока.